пришла какая-то посылка. От Поли Чусет. Давайте посмотрим, что же там может быть. Итак, тут письмо. Поле чудес. Желательно развернуть и прочитать. Но это не точно. Приветствую, Судал. Давно не писал писем, особенно от руки и по почте. Тут будет сплошная импровизация. Текст заранее не готовил. В этой посылке элит набор призов Поле чудес. Первый. Автомобиль, который может поможет при возгораниях на стримах. Второе. Топ-магнит Поле чудес. Третье. Больше ничего нет. На этом прощаюсь. С наилучшими пожеланиями 8-бит Game Nerd, АК The Russian Ruiner, АК ЯЛА, 9.10.2017, а точнее где-то 20 декабря 2015. И, о боже мой, это же автомобиль! Вы представляете? Поле чудес — это лучшая передача в мире! Это просто невозможно! И написано... Открывать аккуратно, не резать и не рвать. Это отдельно. Это же Лада 2108. Вы представляете? Такой больше ни у кого нет. Единственная в мире. Уникальная. И она теперь моя. Счастья нет предела. Так. И второе. Написано очень аккуратно. И что желательно? Не резать и не рвать? Не, ну... Ну, скотч надо. Аккуратно. Ох, ни хрена себе. Ни хрена себе.
Вы посмотрите на это. Здесь 8-бит Game Nerd, The Russian Ruiner, Gitman, Mexican Runner, Fable Domino, Danchika, Kanatine, Silver Sword, Priest Cloud, Nuke. Ну и я. Я вот он. Это просто офигенно. Блин. Топич. 18 декабря 2015. Вот это я понимаю. Вот это шоу. Заботится об участниках и дарит необыкновенные подарки. О, так... О, да вы посмотрите. Я только сейчас заметил. Этот уникальный приз с пометкой «Поле чудес». Офигенно. Это офигенно. Ну, это стоило того, чтобы ждать этот приз 2 года. Ну, в смысле, 2 дня. Спасибо огромное, Нёрд. Серьезно. Не, очень приятно. Очень приятно. Зови еще. Вот, как-то так. Не, это топ. Это я на холодильник приклею.